Всем привет, друзья! Как вы знаете, особого графика выхода видео на моем втором канале в принципе нету. Поэтому, ребята, как только мы будем набирать 100 лайков под серией, я сразу буду выпускать следующую часть. Так что, дерзайте! Где это здесь? Я нашел тут бифу? Я около них буду трястись. Ой, да, все, приехали собаки. Да, меня ударить. Травму, я сам травму, давай. Начинает армия бивола. Давай, кошек, давай, ладно, ладно. Ааа, нет, два раза ударили. Фак. Бегу к бифон. Бифон, спасайте. Четыре собаки, ты шо? Вау. Кого бьете? Чего вы меня бьете? Так, ты хочешь драться, но с тобой это соло. Четыре удара по ним, а не трупы. Раз, два. Раз, два. Раз. Что, сядь, собак, нельзя все взял? Да, собаки подохли. Бифл, красавцы, справились с задачей. О, эти собаки еще ули разрушили. А, еще до сих пор разрушают. Давай, давай, собака, беги за мной. Какие ули? Наши? Нет, которые за пределами дома. О. Отлично. Еще минус одна собака. Грустный бифу так возражается. Да сдохни, что ты, брась. Бильный. Игру. Игру, правильно, правильно. Говорит, плохо, хорошо учишься, в принципе. Угу. Скоро зима! 6 дней осталось! 6 дней осталось! Ты понимаешь? До зимы 6 дней осталось. Так, Андрей, я проходил свое платьице. Мне вернули платье. Ура! Потому что обновление вышло. Пофиксили? Пофиксили, да. Это, Андрей. Пошел нах. Я собираю какашки вообще-то. 6 дней осталось. Да я понимаю, ты будешь сладенькой, ты не переживай. 6 дней осталось. Андрей вообще-то сладенький. Вы дауны. Заткнись. Это, Андрей, Андрей. А где есть принты? Нет. А где их можно добыть? Можно кого-нибудь пиздец? Нет. А я Абигейл вызвал. Зачем? Ну просто. Да, ты дебила вспомнил. Что? 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 Кому? Хорошо, смеяться. Тот. Кто сегодня? Брал в рот. Чё там нету у тебя? Айду, иди сюда. Слышь, ты овощ. Да пошла ты. Нет. Нет. Пожалуйста, дай плиты. Да пожалуйста. Краджема сделал. Алёха. А кстати, а где наш чоппер? А, вот. Так. Что из березового каштана можно сварить? Нет, я лучше деревья тут посажу. Ну как бы ты знал, что есть еще хуже. Вот эти цветные деревья, там босс будет. Окей. Ты можешь доделать стенку? Пенку. Нет. Я джем делаю, еду нам. Ладно. Все, нужны ягоды? Да ягоды. У них жопа. У меня 26, надо? У меня 21, 46. Я уже столько этого джема сделал. Давайте я дам еще, у меня 26. Я рататуи делаю. Ладно, в холодильник сложим. Ты посмотри в этот холодильник, загляни. Сколько тут. Я еще сейчас с грибом что-нибудь. Я сделаю. Не могу открыть. Сейчас, вот тебя открываю. Прикал.
Там сейчас еще подъела. 40 казанов. Это не проблема. А пчелы вообще что-то приносят или так они для красоты у нас летают? Для красоты ты что? Смотри, что вообще ни разу не видел, что они что-то приносили нормально. У них, видишь, мед, а я слышу, этот жрет все наши ягоды. Да господи, он там сожрет вообще очень мало. Посрать, пожрет. Так уж и будет. Да не, пошел нахуй. У нас сгнил кустик. Блять, ты сдохнешь, тварь. Все, он сдох. У меня есть карачок. Блин, обидел. Ты сможешь сделать палатки к зиме? Зима будет через 4 дня. Ты успеешь? А вот это я хз. Ну, если мы дохера... У тебя вот ты палочки, если соберешь вместе... Да, дохрена у меня, дохрена и палочек, и травы. Отлично. Ну, я причем сейчас сундуки положил, плюс у меня еще там штук 80. Отлично. Сейчас мне осталось только паутину. Паутина легко добывается. Так. Сейчас. У нас 6 хилок есть. Просто. Ну, сейчас я посмотрю. Надо еще тут еды готовить. Из гнилого мяса, кстати, можно сделать много всего прикольненького. Сейчас попробуем. Опять ты тварь, рассудок. У меня 200 рассудок, все нормально. 150 хп. 40 всего. Всего 76. Да, но свиньи что-то не идут, в этом проблема. Сейчас пауков попробуем убить. По очереди буду вызывать. Так. Придется сломать дома этих. Свиней? Да, и новые попробовать поставить. Сейчас я палки возьму там у тебя. Где могу дать сейчас прям? Давай, и вот этого. Сейчас, погоди, я ищу там вот. И 40, травы. 40 палок. И 40 травы. На, сразу. Я тебе дам половину. Ой. Блин. Сейчас. Да блин, как выбросить все? Все, выбросил. Трава где? А, травой взял. Отлично. И траву давай половину дам, на всякий случай. Да зачем, если у меня есть еще? Да, на всякий случай. Так, молот. Итак, открыть плюс один второй. Легендарочка, пожалуйста. Спасибо. Застегнутая рубаха, что тебе нравится? Застегнутая рубаха, что тебе не нравится? Да, она какая-то некрасивая. Мне платье больше нравится. Ну, платье это святое. Это да. А паутина есть. Чуть не ударил, ублюдок. Вторая паутина есть. Я, короче, еще посадил этого. Ягод. Еще одна паутина есть. Угу. Так, дом. Сделай дом свин. Надо доломать эти дома. Почему ты не засаживаешь заново? Потому что у меня нету. Как так? Вот так. Я вообще засажу. Домики строю. Тогда уж рядом. Не очень близко, блин, впритык. Потому что их, видно, убивают, пока они... Появляются. Ты ничего это тут по ночи? Да нормально, у меня же это шляпа. Плюс я очень близко. Посадить. Все, посадил. Кокон. Мокон. Так, 4 хилки. Найти бы болото вообще в отлично. Возле нас же вроде есть. Болото? Там более густо прыгают. Не, болото эти, где вот эти вот монстры выходят. Чтобы взять папирус.
А из него сделать хилки. Так. Не, у нас с едой все хорошо. Вот. Мы проживем зиму. Через 2 дня будет зима. Ха-ха-ха. Не, через 2 дня просто замерзать все начнет, не зима. Ну да, оно замерзать надо. Так. Шляпу какую-то смогу сделать. Цилиндр, но надо делать этот. О, где же она? Так. Нужна веревка. Сейчас сделаем веревку. Ай, ударил. Блин, а стенки мы так и не доделали. Не, там одна штучка, считай, осталось половина. Все, последняя осталась паутина, и у нас будет. Да считай, это будет наш выход. Блин, это чуть не сломал. Вот. У меня сам монстр. Сейчас попробуем сделать какой-нибудь. Ягод. Монстр лазанья. Это не то. Тефтельки сейчас сделаю. Угу. Так, ягоды еще да, есть. 5 тефтелек. Оно должно закипеть. Тефтельки. Хочешь тефтельки? Что можно из дуриана сделать? Кукурузы и баклажаны. Из дуриана кукуруза, что? Дуриан. Кукуруза. А, смотри, монстр лазанья. Это не то. Так. Кукуруза и 2 ягоды. Рататуй. Просто монстр лазанья, она уменьшает, как он, рассудок. Не знаю почему. Что, может из монстра? Нет, там мяса монстра нету. Может дуриан влияет на это. Так, как он называется? Казан. Сейчас надо посмотреть, что самое хорошее. Самое хорошее это из красного такого фрукта. Пирог. Ягода, баклажан. Рататуй, поехали. Пойдем на всякий случай шляпу.